привіт. Сьогодні я граю, і Саша біля мене. Привіт. Я буду грати в это. Тому хотів сказати названіка. Шкібіді. Гений ты мультивселенной. Ладно, я смотрю. У Саши тоже будет попытка. Посмотрим, как он справится. Здрасте. Нужен интернет. Сейчас, минутку, ребят. Вообще ему нужен интернет. Да я обычно иногда захожу. Вот, ты даже скачалась приложение, снимай там и радуйся. Она еще не скачалась. Так вы начинаешь скачиваться, она уже там. А Саня у нас игра. Мы поиграем. Кстати, всем здорово, Фьюди. Теперь я тебе всегда так буду здороваться. А Саша нехай свое приветствие придумает. Или зе мной так здоровкается. Всем хай, бой, с вами я, Санчоус. Фьюдика. Поняли, що ми сьогодні будемо різні ігри. Прошлий раз я купив радіо мене. Тільки чому у нього наушників нет? Наушники должны бути. Вони здесь, вони здесь. Огонь, огонь, огонь. Не тут, а не тут. Что мені делать? Блін, там батарейка, ну вона за стіною. Саня, а что мне делать? Посмотри сюда. Я в тебе. А, все, я прошу. Да откуда ты взялся? Вози. А они там идут? Я их сниму. Твои. Все, я пропал. Я в ловушке. Может, я каких-то и успеваю смывать, но всех вряд ли смыву. А, все, да, я в ловушке. Дальше я в фонтан не могу зайти. Ты бог, убийца. Ёшки, на меня так мало хп. Ребята, можно считать, что мы сдохли. А, все, ну с боссом я не справлюсь. Скибиди туалет, отстой. Сейчас мы... Подписчики, вы слышали, что он сказал? Хаите моего. Где этот босс? Куда меня стрелочка показывает? Прямо иди. Да иду я. Где ты, мультивселенная? Я говорю, это только канал YouTube заблокировали. No. Только не он. У него же пулемет еще, да блин. Буду как-то отбиваться. Ребята, пишите в комментариях фейс, чтобы ее тогда заблокировали. Саня. Есть! А теперь Сашина попытка. Ненавижу шутеры, ну ладно уж. А ты думаешь, ладно, это шутер? Так и быть. Посмотрим, че Саша сможет сыграть. Чего нубик? Так, поехали. Нажимай вот это, сейчас будет белым. Вот видишь? Можешь пропустить. Ты же знаешь, как играть? Да, знаю. А он не знает, как даже стрелять, я вижу уже. А как? Вот так. Ты же видел, как я стрелял. Да мне это не интересно. Тебе две попытки эти все. Ты что, их так много, блин? Что вас так много? Вы с кибедисту не доделаны. Что вас так много? Ну, вот это меня там стреляет. Я сдох. Давай я еще одна. Да не хочу в это играть. Не хочешь? Мне не интересно. Сейчас. А, все, уже начинается карта. Играй. А, нет, не начинается. Ты что, больной? Покачай хотя бы одно оружие. А что, его надо прокачивать? Я деньги не трачу, а собираю на скины. Да, а я уже потратил. Слушай. Без вас все решено. Я лучше возьму... А почему у них разные? Смотри, если на него нажму, он такой. Ладно, поиграю в камерамена.
Саня, не надо. Эй, шкибидисты дебильные. Блин, они меня уже по камере бьют. Фух, они меня чуть не зачем. А теперь открываем огонь. Ух, сколько их! Саня, я еле отстреливаюсь, что делать? Вдыхай. О, монетки, 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 монеточки. Ребята, ставьте лайк. Саня, помолчи. Ребята, ставьте лайк, если вы знаете такую игру Зомби Трон. Или помните такую игру. Ребята, не слушайте. Я хотела, как мой помощник отпилял. Заводу все кнопки, ребята. Я тоже хочу кнопку эту. Короче. Мы работаем на опережение. Короче, я проиграл, ребята. А теперь, Саша... Я не буду в это играть. Нет, я не скажу, что ты будешь играть. Я говорю, тут все... Когда смотрят видео ютубера, я забыл. А, у нас сейчас будет реакция. А на что? Я не знаю. А это сюрпризик. Алло, алло. Алло, телефон. Оживай. Телефон не отвечает. Подогнали. Подогнали. И будем мы смотреть последнюю серию. Сашина реакция. Я ее уже видела, так что все знаю. Ну, Нет! Кстати, ребята, вот этот шкибидист даже будет смыт. Помните, когда впервые появился ТВ-мен? Помните то, что помните? Помните, когда появился ТВ-мен? Ну. Вот это он, его же смыли. Как он вернулся, я не понимаю. Их создают. Ну, логично. Даже фабрика шкибидист. Подожди, я хочу увидеть, как он выглядит сейчас. Еще раз. Да, у него чуть-чуть одрорвана колонка. Мы лишь что-то видим. Я просто не успеваю вовремя поставить. У меня ж не компьютер и не телефон. Не компьютер и не ноутбук. Ноутбук. Выглядит типичный, но молодой человек. А вот там я тут можно человека заметить. Говорят, что мы здесь есть. Но тот появляется, но вы шкибидись. Ну все уже заметили, что все уже заметили, что у него глаза закрыты. И закрыты уши. Ютуб, блокирует, отловит. Наступает. Ну, тебе не нужно. Кстати, если привести, он говорит отвратительно. Отвратительно. Да. Вот. Это для американцев. Кто знает? Американцы. Английский. Вот ты. Чепуха, блядь. И они выжили. Все было. И вот это давай посмотрим видео. Хоть оно и старое. Ну, многим оно понравилось, когда оно вышло. Это ты бухатель, ты бухоешь. Ты дебил конченый. Нет, это ты дебил. Саня, ничего же видео, это подписчики. Наш канал этот YouTube заблокирует. Ну давай, давай, YouTube блокируй. Я хочу. Я тогда расскажу для твоих канал. И когда он выйдет, я всем буду говорить, что тебя чмерили. Ну, или банили. Какая, блядь, у тебя аудитория, Белорус? Да у тебя, да ты с таким, блядь, контентом никуда не смеяли. Бегут камеры и так слепляют. И они такие, бежим, братан. Просто сопа с тобой, да? Саня. Ты хочешь прямо сейчас это говорить? Подожди. Смотри, прикол.
Валим, пацан! Да блин, ребятка, подождите. А как читать с интернетом? Бя-бя, зяба. Федик. Стас-танковой. Наконец-то можно обнаружить. Что за... Ты кто такой? Как говоришь? Привели? Конечно. Извини. Валера, нашел мое время. Вернулся, чарлица. Один такой... Ну, тут приходят мишки навалять. Им здесь валят и кажут. Пацаны, валим! А? Валера, настал твое время! Ловите леща! Вот мы этим как все со мной разберутся. Лови леща! Вот я на это не хочу смотреть. Вот это у него ракета прилетает, он такой. Чего? Не сели, не сели, не сели, твачка. Ну ничего не получилось. Он прокачивается и включает. Они такие, мне лучше не сдохнем, чем на это смотреть. Ну тут появляется спикермен. Давай включим. Ну, спикермена все знают. У него... Он зараженный дебиль. Нет, у него ничего не получится. Все говорят в аду, все говорят в аду. А ну, улыбнись. Ты чего? Разозлился? Я вижу вас, дебилы малолетние. Знаешь, я вижу тебя, дебил малолетний. Эй, вы, подписчики, я вижу вас через ваши экраны. Немедленно подписались на него. Или я приду к вам и укушу за бочок. Подписались или отписались? Подписались. Если подпишитесь, тогда вам будет Начало, респект. Начало 15-го сезона. Это самый лучший сезон, я тебе скажу. Продукты, лихтары, щось аптеки, та навіть мотанку. А, ще ж буде третя серія. Саша, дивись, он випускає в сезоні 3 серії, да? Получається, в этом тижні буде посіння, і до следующого тижня не буде нової серії. Це... Помоги! Це сьогодні не виходить. Завтра четвер виходить нова серія. Завантажуй додаток та замовляй. Голову, веза тобі все. Люди горят в аду, люди горят в аду. В начале 15-го сезона начали летать унитазы. В прямом смысле, не по своей воле, а по воле... Джимена. Нет. По воле сценаристов. У них садизм. Нет. По воле Титана. Смотри. А ну полетел. Ну тут и полетел спикер. Ну тут полетел и спикермен. Он такой, что за нафиг? Зря ты вот это сделал. Лови леща. Ай, синий, давай. А ну отдавай колонку. Он такой. Мне надоело гоняться. Я лучше припортируюсь. А теперь мы что-то посмотрим здесь. О, привет.
Нет, это страна, ты не знаешь ее. Я знаю, что не все меня поймут. Россия. Это страна. А это Канада. Мы с мамой думаем на ней ехать тоже. Мы еще решим. Запомните, это Канада. Я хочу пиццы. Ой, я позже сижу. Пацаны, вернулся. Запомните, это Казахстан. Я знаю, что не все меня поймут, но Вриска сможет нам помочь. Нет. Прошло уже 2 недели, как я потерял свой фиолетовый глаз. Поэтому я решил спросить у вас, что мне делать. Потратив 4 часа реального времени и перепробовав 1000 ваших вариантов, я понял одно. Фиолетовый глаз мне больше не вернуть. Потому что в том самом сне у меня не просто разрядился глаз, а с ним что-то произошло. И это все из-за него. Ты Моргенштейн. Чтобы добыть больше информации, мне понадобится, вы не поверите, молоко. В теории, если я выпью 3 ведра молока, то со мной должен связаться в Рискос, прямо как в тот раз. Итак, пробуем. 1, 2 и 3. Реально он тут. Рискос, что произошло с фиолетовым глазом? Тебе лучше спросить у него. Что? Рискос? Что с ним? Что с тобой? Я знаю, что... А чё так мало? Еда из KFC, говно. А что с этой страной? Отпусти. Это за мной три. Саня, ролик идет. Нет, это... Зачем вы меня ударили? Ударили. Вопрос. А уже опять проблемы. Отдай. Зачем вы меня ударили? И ударили. Вопросы. Ребята, извините, а что такое? Ну, все знают, какой сейчас интернет в последнее время. Может, у кого-то и получше. Есть парочка. Не, а кто там был, я не успел. Зачем вы меня ударили? Третирейт. Вопросы. Есть парочка. А там будет третирейт. Барбаша. Я понял, я жду. Да, я тоже жду. О, здравствуйте. Это Америка. Франция. Блин. Спасибо маме за лицо, а бате за фамилию. В моем городе сам... Где это? Да отстань ты от меня. Сейчас приедет мой парень, и он тебе наваляет, понял? Да давай поглядим на этого ложка. Ну все, ты сам напросился. Братан, здорово! Прыгай в тачку, братишка. Готовы, дети? Погнали! А как же я? Как дела, брат? Наживай, кому в спину помыбал. Я люблю эту игру. Все фанаты. На нахуй. Ребята, извините, я эту игру не очень люблю. Моей маме недавно позвонили квартиранты, которые снимают квартиру, в которой... Да сколько это можно? Это страна Японии помогла. Это Корея, дебил. Фу, я их вечно путаю. Ну, че они так похожи? Это ж Турция, а ему помогает. Да, это Турция. Турция помогает Корее. Вроде с Турцией за нас. Это каждый день так происходит. Бро, у меня вопрос. Какой? Если ты ударишь себя, и тебе будет больно, это значит ты слаб. Он помог. А вот это поближе. Там, да? Бро, у меня вопрос. Какой? Если ты ударишь себя, и тебе будет больно, это значит, ты слабак или ты сильный? Бро, у меня вопрос.
О, вот это крутые уже ребята. Они вроде одного размера. Это паук. О, вот это уже помочь. А ну ванна отсюда, сибидиста. Мы вас не звали. Ниндзя какой-то. Так, это тройной акробат. Питермен, ура! Ладно, всем пока, Фёди. Пока.